Закрыто. Клавдия Марковна. Клавдия Марковна, это Анатолий. Я по поводу ключей. Вам доброго вечера. Наконец-то я дома. Надеюсь, тут мои труды никому не помешают. Да, ну и вонь. Сюда бы раствор какой-нибудь, спиртовой. Надеюсь, жена не заметит. Так, вроде нормально. Пора спать идти.
Надо хоть застелить. Одежду бы надо снять. Рассмотреть защиты свидетелей и их близких. Это актуальный очень вопрос. Сейчас медленно, но, в общем-то, надо сказать, что с ускорением разворачивается процесс оснащения милиции современной оперативной криминалистической техникой. Однако это может оказаться просто пустой тратой валюты, если наш законодатель будет продолжать упорствовать и не признавать в судах доказательства, добытые при помощи технических средств, кинопленки, видео и магнитофонной записи. Не грех прислушаться к мнению видных юристов западных стран, которые считают, что основной упор необходимо делать на оперативное и техническое проникновение в уголовную среду. И нам этого не избежать. Второе предложение. Вносится такое предложение. Образовать при Комитете Верховного Совета по вопросам законодательства, законности и права постоянно действующую экспертную комиссию из видных ученых и опытных практических работников правоохранительных органов. Возможно, не только правоохранительных органов и банковской системы, финорганов. Возложить на нее задачи экспертизы проектов законодательных актов в сфере хозяйственной деятельности, кредитно-финансовой системы и внешнеэкономических связей с позиции прогнозирования и предупреждения возможности их криминогенных последствий. Наконец, необходимо провести серьезные организационные и функциональные изменения в построении всей системы МВД в масштабах Союза. С учетом главной принципиальной линии на повышение... Ну, конечно. До кухни-то два шага сложно сделать. Надо грязную посуду бы. Тряпку бы. Это на балкон. Вроде дождя не намечается. Я так рано никого не жду. Это еще что такое? Надо от Толи спрятать.
Соискали государственные премии СССР. Электронные ускорители водяные коляски. Возле плиты в нижний ящик можно. Туда у тайного почитателя мне еще не хватало. Вот бы тоже сейчас улететь на море. Ладно, за работу. Теперь можно проверить. Да будет свет. Без кисти я ничего не сделаю. Одной заботы меньше. Вроде ровно. Или не очень. Нормально. Просто из пазов вышел. Что это за звук? С балкона, кажется. Как же это так? Дурная примета. И Тамара расстроится.
Опять кровать не заправлена. Что за ребенок? Стыдоба. А это что за бумажка? Так она еще и курит. Добрый день, Тамара Ивановна. С кем говорю? У меня к вам очень деликатный разговор, не телефонный. Уделите мне немного времени. Для начала представьтесь. Вы меня знаете. Это очень важный разговор. Когда вам удобнее встретиться? Звонки домой? Что-то новенькое. Это нехорошо. Надо больше отдохнуть. Неплохо устроились. Тамара Ивановна, прошу. Я к вам не сяду. Поверьте, это очень важный разговор. Не надо меня донимать. Уезжайте. Хорошо. Тогда на досуге почитайте вот это. Всего доброго.
Какие же твари! Коробку. Это, Надя, окно в мир. Цветное. Толку от него без видика. Всему свое время. И видик будет. Надо антенну из кладовой взять. Анатолий Владимирович? Да. Ваша жена скончалась. Следует приехать в больницу и расписаться в акте заключения врачебной комиссии. Что? Возьмите с собой паспорт. Сегодня сокращенный день, работаем до... Надя! Надя, дочка, открой дверь! Бедная девочка. Все равно непонятно, чего они съехали. Глаза уже слипаются. Надо отдохнуть. Так, вроде нормально. Сойдет. Чисто.
пусть на медленном огне стоит. А, еще же в подвал за банкой надо. Чуть не забыла. Где-то батарейки были. О, что такое? Голова кружится. Больше точно не буду курить. Странно, что никто из соседей еще ничего не спер. Вроде ничего. Скоро папа придет. А вот и я. Обязательно выйду отсюда. Не надо было Ингу слушать.
голова все кружится. Меня так просто не обмануть. Я знаю, куда идти. Вот оно. Все будет хорошо, доченька. Я тут. Это еще что? Сломался, что ли? Да тут фон, как в Припяти.